Всем привет! С вами Светлана, и я сегодня готовлю очень вкусные маффины на основе сгущенки. И для этого мне понадобится 2 куриных яйца. Их необходимо предварительно взбить. Следом добавляем 1 баночку сгущенки. И перемешиваем. Добавляем 100 грамм растопленного сливочного масла, но оно должно быть у вас не горячее. И добавляем 200 грамм муки и 2 чайные ложки разрыхлителя. Прямо в муку добавляем. Перемешиваем муку и разрыхлитель, чтобы наша выпечка равномерно поднималась. И высыпаем. Сначала просто так перемешиваем, чтобы мука не поднялась вверх. И потихонечку взбиваем. Тесто готово. Теперь берем формочки для маффинов и раскладываем тесто. Если у вас нет формочек для маффинов, то можно испечь этот кексики одним большим кексом. Я буду выпекать вот в таких бумажных формочках. Можно выпекать в обычных железных, можно использовать обычные вот такие вот силиконовые, как хотите. Наполняем где-то 2/3 формочки. Тесто я разложила по формочкам, в итоге у меня получилось 13, иногда получается 12-14. В зависимости от наполнения формочек тестом. И ставим разогретую духовку. Выпекаться маффины будут при температуре 180 градусов от 25 до 30 минут. Готовность, как всегда, проверяем при помощи деревянной палочки. Она должна быть сухая. Вот такие вот маффины получаются. Они очень вкусные, нежные. Сверху можно присыпать сахарной пудрой, какао. В тесто можно добавить изюм, сухофрукты, орешки, шоколад, все, что хотите. Готовятся, как вы убедились, очень легко и просто. Готовьте и вы, и у вас обязательно все получится. Мне осталось вам пожелать только приятного чаепития и до скорой встречи. Пока-пока.